Друзья, всем огромный привет! Ну что, сегодня у нас выходной день, отличное настроение, и сегодня мы будем готовить мясные роллы и салат-гриль. Работы очень много, поэтому усаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Для начала будем готовить фарш для первого вида наших мясных роллов. Фарш у нас сегодня свино-говяжий, то есть я взял мякоть свинины, телятинку и для сочности кусочек сала. Нарезаем все порционными кусками, чтобы помещалось в мясорубку. Мясо я нарезал, также нам понадобится пару головок лука. Все наши ингредиенты подготовлены, начинаем делать фарш. Ну что, мясо я перекрутил, продолжаем готовить дальше наши ингредиенты. Сегодня мы для фарша будем использовать также один сладкий перец, нам нужно его мелко порезать. Так, перец я измельчил, отправляю его к фаршу. Также к мясу мы добавим зелень. Сегодня у нас кинза, петрушка и зеленый ароматный базилик. Все хорошенько измельчаем. Все, зелень измельчили, также ее отправляем в фарш. Теперь в наш красивый ароматный фарш добавляем соли, пару щепоток, смесь перцев, черный молотый перец, моя любимая копченая паприка, сухая аджика и немножко сушеного базилика тоже добавлю. Ну и теперь все тщательно нужно вымешать. Такой красивый, разноцветный, а самое главное, ароматный фарш для наших будущих мясных роллов получается. И, по сути, назвать можно по-разному. И роллы можно назвать даже люля-кебаб, потому что тот же фарш будет у нас на огне готовиться. Итак, друзья, фарш у нас готов. Он должен немножко промариноваться, соединиться со специями. Я его отправил в холодильник. Теперь мы будем подготавливать мясо для второго вида наших мясных ролл. И это будет у нас телятина. Вот такая замечательная вырезка. Я его слегка подморозил, потому что нам теперь его нужно тонко нарезать. Вот на такие пласты сейчас я порежу наше мясо. И дальше мы его будем отбивать. Весь кусок мяса я нарезал на тонкие пласты и уже практически все отбил. На последнем покажу, как мы отбиваем мясо. Переворачиваем. И с другой стороны делаем то же самое. Итак, друзья, на доску я расстелил пленку. В дальнейшем покажу для чего. И сейчас выкладываем наши пласты мяса на доску. Теперь, друзья, нам нужно посолить наше мясо. Солить буду с одной стороны. И также добавляем перец черный молотый. Все, и больше на телятину никакие приправы мы не добавляем. Теперь нам понадобится жировая сетка, у меня в данном случае свиная. Я ее промыл, хорошенько отжимаем воду. На передний край нашего шашлыка мы положили кусочки курдюка бараньего. Курдюк тоже обязательно подсолим. И теперь нам нужно все это аккуратно скрутить в рулончик, сделать роллы. Вот для чего нам теперь понадобится пленка. И теперь сверху мы тоже должны это обернуть в жировую сетку. Максимально плотненько поджали наш будущий ролл. И теперь вот это дело мы отправляем в морозилку, чтобы оно подмерзло, нам проще было нарезать. А мы тем временем займемся приготовлением второго вида роллов. Жировую сетку я уже также на доску расстелил. И теперь нам нужно тонким слоем наносить сюда фарш.
Так, ну и теперь то же самое, ответственный момент, начинаем скручивать роллы. Также сразу уплотняем их. Разрежу сразу пополам, чтобы удобнее было его перекладывать. И также теперь отправляем в морозилку подморозить. Ну а мы, друзья, продолжаем. И как я сказал, сегодня у нас еще будет очень вкусный гриль-салат. Для начала приготовим заправку, ну или маринад, в чем мы будем мариновать наши овощи. Для этого нам понадобится растительное масло, ну, примерно 3-4 столовые ложки, соевый соус, пару столовых ложек, винный уксус, 1 столовая ложка. И за сладкую основу мы возьмем соус, гранатовый соус Наршараб. Вы можете добавить мед, здесь уже по желанию. Мне очень нравится этот соус, поэтому такую хорошенькую столовую ложку. Немножко добавим розмарина сушеного. И также добавим соли, потому что соевого соуса немного у нас. И хорошенько перемешаем. Все, маринад наш готов, отставляем пока в сторону и займемся овощами. Нарезаем баклажаны толщиной примерно 1 сантиметр. Также сегодня для салата будем жарить кабачки. Можно взять цукини. Я цукини не нашел, поэтому кабачки. Берем красивый сладкий перец. Также будем мариновать грибы. Грибы не крупные, поэтому отправляю целиком. Также сладкий перец. И теперь все заправляем маринадом. Гриль-салат мы будем тоже мариновать где-то в течение часа. Все, друзья, мы все подготовили. Овощи маринуются, наш шашлык застывает. Ждем, как шашлык застынет, разжигаем костер и встречаемся возле мангала. Ну что, 1 час у нас пролетел, овощи замариновались. Отправляем их на решетку и на мангал. Друзья, также я еще буду запекать целый чеснок. Снизу я отрезаю попку. И будем вот так целой головкой запекать. Побежали к мангалу. Отправляем на вторую решетку чеснок и остальные наши овощи. Ну что, друзья, наши овощи готовы. Мясо уже на шампурах. Бежим на мангал и жарим, пока горячие угли. Именно такие нам и нужны. Жар должен быть максимальный, чтобы мясо сразу прихватилось. С двух сторон. Только сейчас с одной поджарится и сразу переворачиваем на вторую. Все, друзья, шашлычок готов. Я несу на лаваш. Кусочек отвалился, я до дегустации прямо отдельно ем. Теперь посыпаем зеленью. Обязательно посыпаем. А если этого не сделаете, считайте, весь вечер прошел зазря. Ну и, конечно же, берем второй лаваш и даем нашему мяску отдохнуть 5 минут. А у нас последние штрихи по гриль-салату. Где оператор поближе? Берем сыр брынза и раскладываем его по нашему салату. И теперь самый последний штрих. Берем гранатовый соус-крем и делаем такой рисуночек.
Все, друзья, на улице уже темнеет, поэтому быстренько дегустируем. Подходи, покажем нашим зрителям, какие у нас получились сочные. Это мы пробуем с телятины. Видно, сок даже и так течет. И один возьму свиной. Вернее, свино-говяжий ролл. Смотрите, что у нас здесь происходит. Сок просто вытекает. И теперь дегустируем. Друзья, телятинка просто нежнейшая. Второй вид роллов ничем не хуже. Шикарные получаются мясные рулетики, роллы, люля-кебаб, как хотите их назовите, или просто шашлык. Попробуем овощи. Класс! Короче, все получилось. Не очень, конечно, быстрый сегодня у нас ролик. Потрачено времени немало, но поверьте, это стоит. Если к вам пришли гости и вы хотите чем-то удивить, попробуйте такой шашлычок, и все останутся довольны. Ну и мне, если вам не сложно, напишите комментарий, понравился или если даже не понравился, оставьте комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, всем пока, друзья!